генерируем уравнение Шреллингера как основную физическую модель описания нелинейного канала. То есть будет там подробный вывод этого уравнения, если все приближения. И в третьем разделе я расскажу про некий специфический объект, который позволяет связать как раз вот эту оптическую тему с методами теории поля, и сам по себе этот объект оказывается важен. Надо сначала его определение ввести, потом уже про него рассказывать. И в конце, если у меня время останется, я расскажу, чем конкретно занимаемся мы с Иваном Сергеевичем и чего, что уже достигнуто, а что планируется. Первый раздел – это теория, элементы теории информации. Спасибо. Теория информации. Центральное понятие здесь – это понятие энтропии. И вот в теории информации принято в основном определение Шеннона энтропии, которое опирается на следующие интуитивные свойства. Сначала я слова скажу, потом перечислю эти свойства. То есть энтропия – это некая мера неопределенности. Что имеется в виду? Вот у нас есть, допустим, некий сигнал, мы будем обозначать его буквой X, который есть случайная величина, которая может принимать, допустим, дискретный набор значений с разными вероятностями. Эти вероятности обозначены P1, PL. И спрашивается такая эвристическая постановка пока что. Насколько велик выбор из данных возможностей, то есть насколько большая неопределенность, когда данная случайная величина реализуется где-то, например, в канале связи, в каком-то канале связи или еще где-то, то есть не принципиально пока где, то есть важны только вот эти вероятности. А то есть, что такое канал связи? Что такое канал связи? Канал связи, ну это источник информации, передатчик информации, приемник информации, если так грубо. Это кабель, который идет к своему телевизору. В том числе это какой-нибудь сайт, волокно, и это Виктор Львович, который на выходе это смотрит. То есть вот это все вместе можно назвать каналом связи. Но канал связи пока здесь пока не при чем. То есть здесь есть некая случайная величина, дискретно распределенная с вероятностью той и той. И спрашивается, какова мера того, насколько велик выбор из данного набора сигналов, то есть мера неопределенности этого сигнала. Вот интуитивно эту меру можно сравнить несколькими аксиомами. Вот первая аксиома достаточно математическая, что H – это непрерывная функция. А вторая интуитивно понятная аксиома состоит в следующем, что если все вероятности одни и те же, все ПИТы, единицы на n, то h в анатомно возрастающая функция n. То есть чем больше у нас элементов для выбора, чем больше n, тем больше неопределенность в этом выборе. Ну, то есть это интуитивно достаточно понятно. И третья аксиома, в общем, наиболее, возможно, конструктивно мощная, это следующее, что если наш выбор распался на два последовательных выбора, то наша мера должна быть определенной взвешенной суммой индивидуальных выборов. Вот, чтобы это пояснить, ну, здесь написана формальная такая формулировка того, что я сказал. Чтобы пояснить, я вот приведу некий пример. Я, к сожалению, поленился его нарисовать здесь, поэтому я нарисую его на доске. То есть, допустим, у нас есть некий выбор трех возможностей, где первая возможность реализуется с вероятностью 1/6, вторая возможность реализуется с вероятностью, там у меня сколько, 1/3, и третья возможность с вероятностью 1/2, в сумме единиц. Вот. То есть для этого выбора, для процедуры выбора, у нас есть энтропия H 1/6, 1/3 и 1/2. А вот этот наш выбор с такими вероятностями мы можем представить как два последовательных выбора, где первый выбор происходит с вероятностью 1/2. Причем после первого выбора у меня есть с вероятностью 2/3. Я попадаю, давайте я подберу эти выборы, 1, 2, 3. Здесь 1, 2, 3. А здесь
в сумме единицы. А для второй возможности я с вероятностью единица прихожу вот к моему третьему состоянию. Тогда вот моя энтропия исходная распадается на следующую сумму. Вот смотрите, с вероятностью единица у меня происходит выбор между вот этими двумя альтернативами, у каждой вероятность по 1/2. Если я перешел в это состояние, то здесь с вероятностью единица у меня происходит выбор вот этого состояния, с вероятностью единица происходит этот выбор, да? А если я нахожусь в этом состоянии, то у меня с вероятностью 1/3 и 2/3 я перехожу в первое и второе. То есть, соответственно, взвешенный коэффициент 1/2, отвечающий вот этой вероятности, и вот эти вероятности идут в аргумент моей меры. То есть мера неопределенности должна вот такому свойству обладать. Ну, та формула, которую написана выше, это некое обобщение, что если у вас есть произвольно выбор из n элементов 1, 2, и так далее, от n, и вы разбили их на группы, эти элементы, то группы можно проводить последовательно по группам. То есть сначала вы выбираете группу, в которую вы идете, а потом внутри группы, то есть сначала вы выбираете группу, в которую мы идем, а потом внутри группы мы выбираем какой-то конечный элемент. То есть вот это уже это второй выбор. Да? И каждый выбор идет со своим весом. Ну ясно, что будет немного дополнительных, я могу по-разному группу выбирать. Да. То есть эти выборы вы можете делать по-разному, то есть таких формул будет много. То есть в зависимости от того, как вы проведете вот эту группировку, да? А ответ должен быть один. Ответ будет один и тот же. Это будет одна и та же энтропия. То есть вот в таком смысле вводится понятие неопределенности. Что такое неопределенность выбора? То есть вот это математически строгое определение. И в рамках этого определения в свое время Шеннон в 1949 году доказал теорему, что этим трем аксиомам удовлетворяет единственная функция с точностью до умножения на нормировочную константу, которая говорит нам просто, в каких единицах мы измеряем нашу неопределенность, удовлетворяет единственная функция вот такого вида. То есть это сумма по всем нашим вероятностям Куита и логарифм Куита. То есть очень... Наверное, еще и Больцман знал, или еще кто-то раньше. Нет. Так оно и есть. Если возьмем уровневую систему в термостате, только я подберу так уровни, чтобы у меня вероятности были равны по итому, то я получу энтропию. Вот да, безусловно, здесь есть достаточно глубокая аналогия с статистической механикой, но в статистической механике в этом смысле нету вот этого свойства в живьем. Да? То есть понятие вот такой неопределенности, ветвящейся, там как бы нет. То есть это строго набор аксиом и теорема существования. Существует единственная такая функция. Насчет физического смысла все-таки. Что такое мера настолько того, насколько велик выбор? Что это значит? Что имеется в виду? Ну, имеется в виду следующее, что вот смотрите, допустим, у вас есть три возможности. И каждая из этих возможностей равновероятна. В этом случае выбор у вас максимальный. Если я приведу сейчас к неким интуитивным представлениям о том, что такое неопределенность, да? Что такое возможность большого выбора. Так если у вас все состояния равновероятны, то выбор максимальный. Если, допустим, одно такое-то состояние реализуется с большей вероятностью, чем все остальные, то у вас вы чаще попадаете в это состояние, и выбор меньше. Да? И, соответственно, ваша мера она будет меньше. То есть вот некое. Мы сейчас вводим определение, это просто определение. То есть вот это все, эти аксиомы, это некое определение. Но это определение, оно отвечает и интуитивному представлению о мере возможностей в рамках какой-то системы с набором вероятностей. То есть вот эта энтропия, если у вас есть на n вероятности, она будет максимальной, если они просто все равновероятны. То есть если все вот эти пуиты равны единице на n. То есть при этом выбор максимальный. Если в предельном случае, наоборот, у вас реализуется с вероятностью единица только в одном состоянии, а все остальные никогда не реализуются, то есть все поиты равны нулю, то выбора никакого нет, вы всегда попадаете в первое состояние. Энтропия минимально равна нулю. То есть вот это h от единички это ноль. Вот. То есть вот такое формальное определение следствие
из этого определения, можно рассмотреть энтропию, совместную энтропию двух случайных величин. Просто по определению, это определение. Это есть вот такая сумма, где P и θ, это есть вероятность одновременной реализации x итого для величины случайной x и y жито для величины случайной y. Можно показать, нетрудно, просто из свойств функции p логарифм p, то что это выпуклая функция, можно показать, что эта величина меньше либо равняется, чем энтропия случайной величины x плюс энтропия случайной величины y. Причем в случае, когда у вас эти случайные величины независимы, то есть ничего не знают друг о друге, эта энтропия, здесь будет равенство. То есть энтропия x и y равняется сумме. Это такое следствие из нашей теории. Следующее понятие, которое нам нужно ввести, это так называемая условная энтропия. Условная энтропия. Во-первых, вспомним, что такое условная вероятность. Опять же, у нас, допустим, есть две случайные величины, y и x. Когда условной вероятностью, я его так вот обозначаю, то есть это вероятность того, что случайная величина y приняла значение y при условии, что случайная величина x приняла значение x y. Да, она дается известной формулой из теории вероятности, где в числителе у вас стоит совместная вероятность, а в знаменателе стоит вероятность x. Вероятность того, что случайная величина x приобретет значение x y. Вот это полная сумма. И, соответственно, определяется условная энтропия. То есть вот определение условной энтропии, то есть опять это здесь берется сумма, теперь уже по и по g, где здесь стоит совместная вероятность, то есть вероятность того, что и x и y осуществляется, а здесь условная вероятность. Значит, что это такое? Условная энтропия – это мера неопределенности случайной величины y тогда, когда случайная величина x известна. То есть неопределенность случайной величины y тогда, когда x считается заданным. Вот из просто формального определения можно показать, что это есть hx и y минус hx. А в предыдущем следствии мы с вами поняли, что h, что совместная энтропия, она всегда меньше либо равна сумме. Это значит, что условная энтропия всегда меньше либо равняется энтропии первого аргумента. Что это значит на словах? Это значит, что неопределенность в x, она у нас не возрастает от того, что мы узнали y. Из-за того, что y стал известен, то есть что-то стало в системе известно, означает, что информация от x не стала возможности выбора для x не стала больше, она наоборот уменьшилась. Здесь всегда меньше либоравно. Вот. В качестве примера, который несколько поясняет эти определения, они совсем не очевидны, поэтому желательно пример рассмотреть. Давайте рассмотрим некий источник информации, некий генератор, который создает, скажем, 1000 символов в секунду, и эти символы это либо нолик, либо единица, либо ноль, либо один. Причем нолик у нас создается с вероятностью 1/2, а единица с вероятностью 1/2, то есть равновероятный. И, допустим, в системе у нас есть какой-то канал передачи этого сигнала, и в этом канале есть шум. Причем шум устроен так, мы его руками задаем, что на один из 100 переданных символов принимается неправильно. То есть вероятность ошибки составляет 1%. На входе у нас случайная величина x, на выходе у нас случайная величина y. Если бы никакого шума не было, то на входе был бы x, и на выходе был бы в точности тот же самый y, детерминистский определенный по тому, какой у нас x. Вот спрашивается, снова такой эвристический вопрос. Какова скорость передачи информации? То есть сколько мы можем через данный канал передать битов в секунду? Вот, если наивно рассуждать, то как можно наивно рассуждать? Что у нас есть скорость создания информации, есть канал, который вносит шум. Скорость передачи, сколько правильных символов вы передали в секунду? Сколько правильных символов вы будете иметь на выходе? Вот наивное рассуждение, которое говорит, что ну раз у вас 1% ошибки, да, то есть 1000 1% это 10, значит 990 бит в секунду это будет ваша информация на выходе, которую вы получаете. То есть
1% вы потеряли на шум, а все остальное вам перевелось. Это, очевидно, неправильное. Это, очевидно, неправильный ответ. Почему? Потому что, вот, допустим, вероятность ошибки составляет 50%. То есть каждый второй переданный символ у нас оказывается неправильным. Тогда, исходя из вот этого рассуждения, на выходе мы должны были бы иметь полученную информацию 500 бит в секунду. Но на самом деле на выходе мы при этом ничего не получаем, потому что наш шум полностью нам портит наш канал, то есть мы с тем же самым успехом могли на выходе подбрасывать монетку и получать какие-то данные. То есть у нас информации никакой не передается, если здесь вероятность ошибки 50%. Вот. Поэтому нужна какая-то другая мера, то есть нужна мера скорости, то есть как много мы передаем информацию. Вот у нас есть сигнал на входе, есть сигнал X, есть сигнал на выходе. Вот в качестве этой меры мы можем ввести вот такую величину. Я ее назвал R, точнее, Шеннинг ее назвал. Это есть энтропия входного сигнала минус условная энтропия. Вот еще раз вспомним, что такое условная энтропия. Условная энтропия – это неопределенность X при заданном Y. То есть если бы шума никакого не было, то X был бы строго определен. Y был бы строго определен. Никакой неопределенности бы в принципе не возникало. Вот. Если у вас есть шум, то эта энтропия она становится отличной от нуля. То есть вот я здесь написал, что Y это неопределенность, вносимая шумом относительно передаваемого сигнала, когда известен принятый сигнал. И вот такая разность, она, как можно видеть, она более адекватна в плане вычисления переданной информации. Почему? Ну вот смотрите, если, допустим, у нас вероятность ошибки 50%. Тогда вычисляя по приведенным выше формулам условную энтропию, мы получаем 1 бит на символ или 1000 бит в секунду. Соответственно, вычитая из 1000 бит, мы получаем 0. То есть никакой информации мы действительно не передаем. Ну, соответственно, для случая 1% у нас, если на выходе я получил, скажем, единичку, то у меня вероятность 0,99 того, что на входе была единичка, вероятность 0,01 того, что на входе был нолик, и шумом она перепрыгнула в единичку. Поэтому условная энтропия будет вот такая, 0,081, это отвечает тому, что у меня 919 бит в секунду передается, а не 990, как я считаю. Сейчас, вот эта вот часть как раз таки непонятна. До этого вы говорили, что вот H это просто некая мера всякой привязки к битам в секунду и так далее. Mm-hmm. Так сказать, выбора, да? Ну, в смысле, широты выбора. А теперь уже как там биты в секунду появились или там. Нет, то, что это все. Это не очень понятно. Нет, то, что это все происходит в секунду, это условность. Нет, я понимаю, ну а биты, да, тяжелее. Биты, это я беру вот это число логарифм по основанию дня. То есть я могу измерять H в разных единицах. Нет, я сейчас поясню. Вот, да. Откуда следует, что? И в каком смысле следует, что вот если H вот так тому, чего она равна, то именно 919 бит в секунду можно передать по такому количеству. Вот это мне непонятно. Хорошо. Вот есть такая теорема, которая проясняет смысл вот этого определения. Вот она как раз здесь вот внизу приведена. Вот это энтропия условная HYX, то есть неопределенность, еще раз, вносимая шумом относительно передаваемого сигнала X, когда Y известен, называется ненадежность. Ну, это просто определение, не более того. Так вот, есть теорема, что ненадежность — это есть количество дополнительной информации, которую вы должны передать в точку приема информации, чтобы полностью компенсировать все ошибки. Вот отсюда не надо начинать. Но я сначала начинаю с примера, чтобы интуитивно это пояснить, а потом привожу строгую теорему. То есть утверждение, что есть некий козырь, да? Да. Которая по такому каналу исправляющая ошибку. Да. То есть по такому каналу. Ровно столько информации нужно, чтобы исправить ошибки. Если ты не знаешь, какие ошибки она сделала. Нет. Допустим, есть наблюдатель, который знает, какой отправлен код. И знает, какой получен код. Тогда он
принципе, может эти ошибки исправить, правильно? Да, но это... Вот, вот спрашивается, сколько он должен информации... Сейчас, Лена, секундочку. Сколько он должен информации внести в систему, чтобы исправить эти ошибки? Вот утверждается, что ровно вот столько он должен внести. Не, это вообще, это какое-то тоже странное. Это вы... Это circle of definition какой-то. То есть это масло-масло. Вот про коды понятно. Есть коды, исправляющие ошибки, которые... При условии, что у вас, допустим, известно, что в N-битах есть максимум одна ошибка, вы знаете, что этот код, он вам N меньше, чем N битов, можно передать информацию. Это такие коды известны, понятно, там контрольные суммы всякие можно считать и так далее, добавлять информации, вы получите коды, есть код, ну, можно детектировать ошибки, можно исправлять и так далее. И вот в этом смысле это понятно, что, то, что вы говорите, что вы добавили биты какие-то, и получили код, который, допустим, какой-то асимптоз, теорема говорит, что ровно вот столько вот информации. Вот эта теорема, она утверждает, что вот это и есть та самая информация, которую мы потеряли. Ну да, но при чем тут наблюдатель, который вносит непонятно в каком смысле информацию? Там все эти наблюдатели — это некая мысленная картинка, которую мы здесь... Нет, то есть здесь наблюдатель в начале, который все знает, и в конце, который все знает, это становится бессмысленным. Конечно, это бессмысленно, но вы понимаете, что в принципе, если у вас есть бесконечное количество времени, да, и канал там с небольшим шумом, то вы можете передавать информацию об ошибках, даже не прибегая к наблюдателю. Есть какие-то дополнительные способы, правила сумм, там какие-то, я не знаю, которые позволяют уточнить. Вот чтобы это формализовать, мы вводим наблюдателя, который все сразу знает. Все знает. Знает, сколько так пришло. Не бывает наблюдателя. Понятно, что нормально, но нужно Когда раз во сколько передается конкретный пакет, про который известно все. И в этом конкретном пакете вы можете узнать, какая дисперсия была, какая линейность в канале, какой наблюдатель есть всегда. Вот я хочу уточнить вот насчет 50%. То есть я правильно понимаю, что вот эти 50% битов испорчены, а 50% остались правильно? Не-не-не, или как? Речь идет про следующим образом, да. Что 50 символов из 100, они испорчены. Ну да, то есть мы точно знаем, 50 из 100 правильнее стали. 50 из 100 правильнее. Тогда возникает такой вопрос. Мы можем смотреть корреляцию входного и выходного сигнала. И, естественно, если бы информация полностью была утеряна, мы вправе ожидать, что эта корреляция должна быть равна нулю. Но она, очевидно, не нуля, она на уровне 50% будет. То есть здесь какая-то... Откуда вы знаете начальный сигнал? Вы знаете, что сигнал... Да, нет. Вопрос о качестве канала. То есть какая часть информации теряется. Потому что я могу пустить каналы в параллель. И тогда, вообще-то говоря, вот, чем больше в параллель каналов пущу, тем больше будет вероятность... восстановление правильного сигнала. То есть в этом смысле утеря сигнала вот, здесь как-то выглядит. Нет, Леша неправильно просто сказал. Речь идет не о том, что ровно 50 из 100, а речь идет о вероятности ошибки в каждом конкретном бите. Вот когда вероятность ошибки 50, это, грубо говоря, вы бросаете монетку и все. То есть они у вас в этом смысле не такая история, что у вас гарантированно 50%. Нет, я понимаю. Тогда мы, как вы говорили, можно было бы извлекать информацию. Нет, просто статистически это вещь, просто правильные каналы. Вот что говорит Олег Васильевич? Он говорит, что вот представьте, что у вас действительно только 50 неправильных. Ну давайте возьмем 1000 таких каналов, будем передавать ровно то же самое. И будем сравнивать те символы, которые. И тогда вы найдете все символы. Это значит, что, как вы говорите, информация таки передается. Понимаете? Там не так. Ну хорошо, тогда нужно будет как бы для всей системы этих каналов считать это ошибок, и это ошибки пиксели. Тогда в этом смысле можно. Да нет, можно. Либо вероятность ошибки в каждом бите у вас 50%. Либо можно так сказать. Тогда еще, а сколько там их там? 60, не 50, по-разному можно. Главное, что вот эта величина, она имеет смысл той информации, которую мы теряем за счет шума. То есть вот условная энтропия — это не просто какой-то такой абстрактный объект, а некая полезная вещь, которая говорит нам, сколько мы информации потеряли. И, соответственно, пропускную способность к каналу, ее можно определять как, ну, вот, как вот этот R. Да? Как вот этот R, только обычно берут максимум по всем возможным распределениям X. То есть на входе у вас может быть не такая монетка с вероятностью 1/2, а какая-то более сложная система. Так вот вы по всем, если вашим системам
посчитаете вот такую скорость и возьмете максимум, то это называется пропускной способностью, это определение. Все это пропускная способность канала, в конечном счете характеризует вот, интуитивное представление о том, насколько канал много пропускает информацию, насколько он широкий. Но восстановление сигнала это, в общем, дело такое. Представьте, что вы печатаете на печатной машинке с турецким акцентом, где у вас там буква Е там еще отсутствует, а вместо них там еще какие-то две буквы. Вот печатаете текст. И у вас на выходе на бумаге, у вас ну, явно какие-то ошибки спрашиваются. Можем мы определить и восстановить текст и в какой степени? Безусловно, как я могу. Нет, потому что обычно в языке присутствует так называемая избыточность. Это некое дополнительное понятие, которое я не хотел говорить. Есть некая избыточность, в данном случае контекст. Если вы видите, что слово но Алексей там вторая буква не Л, а Р, то вы знаете, что Алексей. Да, это конечно тривиальный пример, потому что Алексей, я вам скажу, что на Украине есть и Алексей, понимаете. Окей, на Украине может другой быть. А теперь дальше вот эта же проблема возникает при вот у вас есть виниловые диски с музыкой. И вот они там уже старые, еще в концертном зале записаны, у вас есть шум. И вот некоторые вот такие граждане, они пытаются вычистить шум вот из этих записей. Ну, по тому же принципу. Вот начинают там корреляторы какие-то вычислять, есть куча программ подобных. Да. И в результате, так сказать, получение чистой музыки служить реально невозможно. Ни один нормальный меломан никогда не слушает музыку, почищенную, якобы восстановленную. Не соответствует. Дело в том, что это обычная эта процедура, она производится статистически. То есть это исследуют, ну, берут какой-то большой набор. Там, слов, там, текстов и так далее, и по ним вы эти ошибки, с какой частотой они возникают, вы их как-то можете восстанавливать. То есть, грубо говоря, если бы у вас был граммофон изобрели в первом веке нашей эры, и у вас была бы большой промежуток времени, то сейчас восстанавливать он будет гораздо больше. Больше будет выделяться. Выйти какую-то функцию, которая вы говорите, что вот эта музыка почищенная, восстановленная, она с вероятностью там, 70% соответствует оригиналу. Вы не можете сказать, что она соответствует оригиналу. Вы говорите, что у нас вероятность какой-то вероятности соответствует. Это все вероятность написания, но я говорю, что понятие, которое говорит нам, какие эти вероятности, это так называемая избыточность. Вот эти 919, которые там написали, это же величина, это тоже средняя, у нее есть разброс. Да, 919 плюс-минус сколько? Речь идет о том, что вот если вы долго-долго измеряете, у вас есть код, исправляющий ошибки. Он, конечно, 100% гарантии вам не может дать. Вы, например, можете исправить две ошибки, а если три вот в каком-то интервале, ну в каком-то не интервале, как это называется, ранее, ну, в общем, битов найдется, то он неправильно их исправит. Вот для этого конечно, это может быть, да? Но в асимптотике вы увидите, что есть код, который вот дает столько бит правильно. Да, теперь представьте, что вы по своей банковской карте снимаете из банкомата деньги. И у вас там шумит этот самый канал посредине. И, так сказать, и он будет вам выдавать не тысячу, которую вы заказали, а там 900 или 800. То спрашивается, какое соответствие полученных вами денег вашего счета? Нет, ну... Ну там хэш. Ну там миллион лет пришелся, но ничего страшного. Нет, но... Не интересует это собой. Нет, ну просто, как говорится, в какой-то момент это будет тот же самый вопрос, что, скажем, вы запускаете на своем компьютере калькулятор и складываете два пятизначных числа. С какой-то вероятностью эта сумма будет неправильной. Ну какова эта вероятность? Она может быть такая, что вероятность, что это, так сказать, за время жизни Вселенной такого не произойдет. Это да, же... Это же частично можно. Да, то есть можно перестраховаться немножко, очень быстро, наверное, все будет, так сказать, вполне себе надежно. Ладно, я с вашего позволения продолжу, потому что половина времени прошло, еще 30 минут. Следующее, вот сейчас мы сделаем некий перископ. Мы до этого рассматривали дискретную величину, случайную величину, которая может принимать дискретное значение. Да? А следующий шаг – это некая величина случайная, которая может принимать непрерывные значения, а следующий шаг – это случайная функция. То есть, допустим, теперь у нас на входе в наш канал связи подается не 0 единиц, а подается целая функция времени. Вот, я ее обозначаю x от t. Это комплексная случайная функция на входе. Вот, чтобы описывать вот такие объекты, нужно вводить
распределение этих функций, это уже теперь будет не вероятность по-эдита, как раньше, не плотность вероятности по-эдита, а некий функционал плотности распределения входного сигнала. Он таков, что интеграл по всем возможным функциям, то есть функциональный интеграл, равен единице. То есть это его нормировка. Но вот в качестве примера я рассмотрю гауссовское распределение p от x, которое выглядит вот следующим образом. У нас есть x от t и есть x от омега в его Фурье-компоненты. Давайте будем рассматривать руками такие сигналы, которые в омега-пространстве ограничены областью W. Она может быть достаточно большой, там может быть 50 ГГц или 100 ГГц. И будем рассматривать вот такой функционал распределения. Если я его напишу в дискретной форме, а именно разобью весь интервал по частотам на вот такие маленькие частоты, дельта это шаг пришел, то оно, соответственно, перейдет от следующего выражения. Если моя мера интегрирования определена как просто реальная часть, но мнимую часть, житое это значение в точку решетки, то есть оно бегает по частотам, жит пробегает все равно по частотам, то здесь стоит обычный гауссовский интеграл, и нормировку можно найти. То есть это несложно, просто вычисление гауссовского интеграла. Вот эта величина p, которая стоит в знаменателе, она имеет смысл мощности на единицу диапазона частоты. То есть если я буду вычислять мощность как взвешенная сумма от x по модулю в квадрате, то опять же гауссовский интеграл хорошо вычисляется, и здесь получится p на W, то есть весь частотный диапазон делить на 2π. Что я хочу сказать? Что можно показать, что если вы смотрите все возможные функционалы распределения p от x и фиксируете среднюю мощность, то есть вот эту величину фиксируете так определенную, она фиксирована и равняется с p от W, то этот максимум будет достигаться на гауссовском распределении. Гауссовское распределение, оно выделено, оно определенным образом выделено. Значит, у нас есть, еще раз, сигнал x от t на входе, t это время, либо x от омега в частотном диапазоне, y от t сигнал на выходе, который мы меряем. Между ними есть канал, в котором есть шум. Значит, мы вводим, по аналогии с тем, что было раньше, вводим следующие энтропии. Hx, вот таким образом определенный, уже функциональный теперь интеграл вместе суммирования по всем p и t. Значит, это что такое? Это мера информации нашего источника, сколько бит в секунду выдает наш источник на входе. А это опять непонятно. Почему это бит в секунду? Это потерял. Ну, вас что смущает? Секунда или что? Да и бит. Что именно смущает? Бит это безразмерная единица измерения вот этого логарифма. Что основание логарифма это двойка. То, что здесь стоит секунда, это не принципиально. Обычно частота генерации ваших символов на входе, она задается свойствами вашего генератора. Там, ну, если у вас генерируется, скажем, 10 символов в секунду или 10 функций в секунду, и вы посчитали, какие у вас эти функции, то вы просто умножаете эту величину на 10. И все. То есть вот это как бы единица на секунду, это здесь большого значения не играет. Это то, как ваш генератор работает. Что именно не понятно? Ну, это какая-то общая нормировка. А размерность откуда берется? Размерность откуда берется? Размерность, ну, я еще раз говорю, у вас энтропия, она измеряется с точностью до некого множителя, который впереди стоит. Нет, ну, да, мы можете вам говорили, что у вас есть теорема, которая прям говорит вам о том, что это энтропия, да. Там, ну, в частности. Это та же самая, это ровно та же самая энтропия. Здесь тот же самый множитель k впереди. Это множитель k, в нем сидит единица на секунду. Ну, интервал частот фактически зазовет со скоростью. Интервал, ну, либо то, с какой частотой возникает ваш какой-то символ. Скажем, у вас поэлиты раньше это частоты возникновения символов. Не вероятности, а частоты. То есть 10 символов не будет. Я понимаю, вопрос был, откуда вообще единица на время возникает. Это такая
Ну да. Откуда? Это интервал частот. Ну, интервал, ну, интервал частот, это я говорю, это просто нормировочный коэффициент, который у вас есть. То, как вы это меряете. Можете просто считать, что это битер. Пожалуйста. Просто наш генератор, который у нас подает на вход какие-то функции, он обычно, скажем, подает 10 функций в секунду. Да? Вот вы берете эти функции, смотрите, с какими они вероятностями у вас возникают, считаете эту энтропию, и умножаете это как бы на 10. Потому что 10 это скорость воспроизведения вашего генератора. Вот. Соответственно, HY это то, что мы меряем на выходе, это мера принятой информации. А HYX это что такое? Это условная энтропия, то есть мера информации, которая обусловлена шумом. Вот это важно понять, что если у нас нет никакого шума, то есть есть детерминистское определение по X, Y, то есть однозначно мы по данным X определяем Y, то HYX будет просто равно нулю. Да. HYX просто будет нулю. А если я буду рассматривать квантовую механику и рассуждать совершенно аналогично, вот у меня из катода вылетают электроны, у них есть волновая функция, поэтому померю я где-то там в детекторе. И вот я знаю, что у меня вероятность там зарегистрировать мой электрон в детекторе, это там все от x по модулю в квадрате. Дальше я начинаю рассуждать следуя вам. Ага, значит, вот это у меня не детерминировано, давай-ка я определю энтропию. Не то, что там все от x в квадрате до x, а какая-то будет энтропия. Буду ее вычислять по той же формуле. Вместо дисперсии я получу хрен знает что. И понятно, что наблюдаемые результаты, они никакого отношения к тому, что мы привыкли к квантовой механике, иметь не будут. Где разница между, вот, как говорится, вот квантовой механикой, которая содержит все то же самое. Неопределенность, дисперсию, разброс и вот этими дурацкими формулами. Какая энтропия у волновой функции? Нет. Ну, здесь вопрос в том, как стоит, как поставлено. Да вот у меня катод, это ваш вход. Задача. Есть детектор, это мой выход. Спрашивается, какая энтропия волновой функции? Нет, это неправильный вопрос. Причем тут энтропия волновой функции? Ну как, сигнал является разбросом. Он определяет что-то по детектору, там неопределенность у него, в измерении. У вас нет сюда. Сейчас, подождите, с вероятностью такой-то у вас электрон будет иметь импульс такой-то, с вероятностью такой-то, такой-то, с вероятностью такой-то. Дальше у вас есть 4π, а берет, летит в 2π. Что за энтропия у волновой функции? Нет, почему? Не волновой функции, а у источника вашего, который генерирует вам электроны. И что там есть энтропия? Это в смысле? Вы можете сказать, что с вероятностью такой-то вылетает электрон с таким-то импульсом, это одно событие, с другим импульсом другое, третье и так далее. Можете посчитать его. И посчитать все то же самое, и все нормально нет, получится. Нет, нет, да нет, квантовой механики нет, а эксперименты есть. Понятие есть, а что-то не Механика чистого состояния энтропия, конечно, равна точности нулю. Но когда электрон может вылетать с разными волновыми функциями, то тогда возникает матрица плотности, для которой матрица. Да нет, но волновая функция одна и та же. Нет, если функция это одна, результаты измерений разные. Это же есть. Если у вас влияет в одном и том же состоянии, то у вас энтропия ноль, потому что у вас в одном состоянии. Функции генерятся разные. В этом смысле это аналог как раз. Ну, матрицы плотности. Это генерятся разные функции с каким-то заданным функционалом. Он говорит, что они генерятся разными. Ну, конечно. Ну, сама неопределенность, она может быть связана не с тем, что вы разные. У вас на входе там... Причем то, что P от X там какой-то. Причем да, то... Я говорю, P от X это, я повторяю, с вероятностью такой-то генерируется электрон с таким-то импульсом, с вероятностью такой-то с таким, с вероятностью такой-то с таким. Это вот ваша P от X. Да это... Чего в одну бочку-то все? Это постановка задач. Есть источник, который генерирует функции x от t. Мы можем вычислить его энтропию. Есть приемник, его энтропию мы тоже можем вычислить. PYX это HYX это имеет смысл энтропия, обусловленная шумом. То есть ту неопределенность, которую мы вносим в систему за счет шума. Соответственно, по аналогии с тем, что вы делали в дискретном случае, мы можем определить так называемую взаимную информацию, и это будет мерой пропускной способности нашего канала. Просто разница вот этих двух энтропий. В точности так же, как это было раньше. Здесь же мы можем определить некие просто связанные понятия, которые на практике люди используют. Просто производные понятия, так называемая спектральная эффективность, то есть это нормированная взаимная информация, то есть делится на полосу частот, делится на логарифм 2, это просто определение.
И, соответственно, емкость непрерывного канала связи, так же, как мы действовали раньше, это максимум от взаимной информации по всем возможным распределениям. То есть мы берем все возможные распределения вот этих случайных функций и смотрим по ним максимум. Дальше, что я хотел рассказать в этой части, заключительный момент. Линейный канал. Значит, линейный канал – это канал, в котором шум аддитивно прибавляется к сигналу. То есть, грубо говоря, разность y-x – это и есть наш шум. Так вот, в свое время Шенноном была доказана теорема, достаточно фундаментальную роль играющая, потому что аналогичных теорем до сих пор для других каналов доказано не было вообще в принципе. Теорема говорит следующее, что после линейного канала с гауссовским шумом, а я напомню вам, что гауссовский шум, он как раз дает максимальную энтропию. То есть если вы просто считаете, вот у вас есть h от x, и вы спрашиваете, а как мне получить максимальную энтропию при фиксированной мощности? Так вот ответ такой, максимальная энтропия будет, если вы возьмете гауссовский шум. Так вот пусть у нас есть источник с гауссовским шумом, то есть с максимальной энтропией шума, P и N это средние мощности сигнала и шума, тогда емкость нашего канала связи, она оказывается, вычисляется по такой простой формуле. То есть это логарифм вот такого отношения мощности сигнала к мощности шума. Но доказательство опирается на несколько утверждений, я их всех здесь взял. Первое утверждение это то, что ваша условная энтропия это и будет энтропия шума. А второе утверждение я уже проговорил, что энтропия максимальная, когда при фиксированной мощности, когда вы берете гауссовское распределение. Ну и, соответственно, каждая из этих энтропий, энтропия выходного сигнала и шума для гауссовского распределения могут посчитаны, и разница дает вам такое выражение. То есть это достаточно фундаментальная теорема, которая ограничивает емкость линейного канала. То есть передавать информацию с большей скоростью, чем она диктуется емкостью, даваемой этой формулой, мы принципиально не можем для линейного канала. Это фактически центральная предельная теорема в математике есть, да? Ну вот утверждение о том, что энтропия максимальная, это есть, да, можно сказать, что центральная предельная теорема. Спрашивается, а что будет, если канал нелинейный? То есть, допустим, теперь у нас есть нелинейный канал. То есть, что такое нелинейный? То есть, шум в каком-то смысле смешивается с сигналом. А вот в качестве модели нелинейного канала давайте рассмотрим нелинейное уравнение Шрёдингера. Я сейчас его напишу, а потом подробно расскажу, откуда оно берется и в каких допущениях все возникает. Вот, выглядит оно следующим образом. То есть, вот такое уравнение, где в правой части это шум. Мы считаем, что это белый гауссовский шум, соответственно, его распределение P x вы уже видели, а соответствующий коррелятор выглядит таким образом, где Q связано с удельной единицей частоты и мощностью шума. Да. Вот первая производная берется по координате z, то есть не по времени, как мы в квантовой механике привыкли, а по координате z. А здесь вторая производная по времени идет. Я сейчас его буду... Если мы переобозначим за это, будет уравнение Шрёдингера. Я сейчас его буду выводить подробно, и будет понятно, откуда возникает. Если я рассматриваю такую линейную задачу, я по дороге поставил усилитель, который не вычитает, а умножает. У меня на выходе был x, а поставил сигнал, он умножил на n единица плюс эпсилон, на эпсилон шумит. У вас поэтому это классификация это нелинейный канал, что ли? Если ваш эпсилон, который вы добавляете, зависит от... Нет, если случайно, все окей. Но если он является функцией от амплитуды... Нет, не является. То есть не всегда умножается. Линейный обычно так, что у вас есть только линейный, он умножается в n раз. Но n это не n, а там болтается вокруг этого. Если вот это эпсилон не зависит от амплитуды, то это будет линейный канал. То есть он будет даваться каким-то сложным линейным оператором, да, потому что мы нужно дословно прибавлять к сигналу шум, да, только в каких-то точках близких частиц. Но это будет линейное преобразование, это будет линейный канал. Вот если ваш шум, который у вас возникает, он является функцией от амплитуды, то это уже не линейный канал. Вот одна из моделей это
Еще раз говорю, то есть, если любой шум не зависит от сигнала, то это линейный канал. Ну, мы хотя бы когда шумит, то значит, нет, это вообще да. Сейчас обманываете. Я сказал, что шум должен быть аддитивный, да? Аддитивный? Аддитивный не зависит от сигнала. Нет, но если это умножается, то я перейду от экстрима логарифма. Ну, а если вы логарифм возьмете, все ваши формулы, то они же... Они вместо гауса будут там совсем другие. Там в том дело, что статистика шума меняется. А вот вопрос. Так я и говорю, что я и говорю, что да, все время гаус, поэтому это гаус, а я что-то выбирает. У вас есть функция. Есть функционалы распределения, да? А давайте теперь от этой функции перейдем к логарифму. У вас все эти обозначения. Вот эти все обозначения, вот эти все определения, они варианты. Нет варианта. Там будут появляться пикграммы, энтропии будут меняться. А как же тогда это? Я как раз про это и говорю. Давайте я отвечу. Вот вы спрашиваете, я вам отвечаю. То есть они не варианты. Вот для непрерывного случая, когда у вас есть x от t, они уже не варианты. Но когда вы будете рассматривать вот такие величины, в частности, взаимную информацию, разница, да, то в этой разнице у вас все эти эгрегоры будут сокращаться. И вот этот объект, он уже инвариантен будет относительно того, в какой в каких координатах вы их смотрите. Неужели, то есть любая функциональная замена у вас? Функциональная замена – это якобианы. Вот якобианы, если вы в разнице возьмете эту разницу, они сокращаются. Вот утверждение такое. Нет, у вас якобиан возникает из вот этих дифференциалов, которые dx, dy там стоят. Да. А есть еще же логарифмы, там все, туда же тоже все входит. И у вас p, вот эти вот все p, но они же тоже меняются. Есть отношения стоит. Если стоит отношение, как p out, я может не подчеркнул, это есть функция, в которой та же самая px входит, то есть она тоже будет меняться при вашей замене. То есть, что я хочу сказать, что энтропии сами по себе, они довольно плохие объекты для изучения, потому что они зависят от системы координат, да, того, берем это, не берем. Они могут быть, и они есть бесконечные, когда вы предельный переход число разделений бесконечности делаете. То есть это такие величины, с которыми сложно работать. А вот эти величины правильным образом нормированы, они уже всегда конечные. То есть это уже объекты, с которыми удобно работать, их удобно измерять, удобно моделировать и так далее. То есть такого рода разница. А давайте к нелинейному расширению перейдем. Значит, есть нелинейное уравнение, которое описывает некий сигнал пси. Вот забегая вперед, я скажу, как этот сигнал связан с электрическим полем. Вот у нас есть электрическое поле в конечном счете волновое. Вот пси связан таким образом. То есть у меня есть некая несущая частота омега 0 с волновым вектором к нулю, да? И мое реальное электрическое поле, которое распространяется вот по волне, это есть некий вектор Е0 в первоначальной поляризации. Я считаю, что на поляризации не меняется при распространении на реальную часть вот этой штуки. То есть чтобы я знаю, как вычислять электрическое поле. А сама величина пси, она комплексная и подчиняется вот такому уравнению. Теб называется дисперсионный коэффициент. Гамма называется кировской нелинейностью. Можно было бы сказать, что это уравнение можно обезразмерить. Да? То есть оно нелинейное, его можно обезразмерить. Например, можно все вот эти коэффициенты сделать единичками. Да? То есть, и тогда, казалось бы, не возникает вопроса, что такое область большую бета, маленький бета, большую гамму, маленький гамма. Но при этом обезразмеривании вы одновременно будете менять ваш начальный сигнал. То есть у нас на самом деле, кроме уравнения, есть еще задача. То есть у нас вначале есть какой-то сигнал на входе, есть какой-то сигнал на выходе. Этот сигнал на выходе, он будет уже неким случайным, потому что у нас здесь есть в правой части случайный шум. Сейчас все будет. Давайте я про безразмеривание расскажу. То есть можно обезразмеривать так, что здесь будет единичка, да? А можно обезразмеривать так, что ваш первоначальный сигнал x от t, у него будет, грубо говоря, единичная ширина по времени и единичная амплитуда, единичная мощность. Тогда у вас те величины, которые здесь возникнут, я их обозвал бета-стильдой и гамма-стильдой, это есть отношение, так называемая дисперсионная длина и нелинейная длина. Они говорят вам, на какой
длине по Z у вас становятся существенными эффекты расплывания пакета, и на какой длине становятся существенными эффекты нелинейного линейного члена. То есть можно по-разному проводить безразмеривание, то есть либо вы стандартизуете начальные условия, либо вы стандартизуете уравнение, что здесь у вас в табличке стоит. Вот. Теперь откуда берется это уравнение? Ну давайте с самого начала. Я перечисляю прямо те предположения, в которых это уравнение возникает, жирным шрифтом предположения написано. Вот, допустим, мы рассматриваем немагнитную среду без внешних источников, без свободных зарядов. Пишем прямо уравнение Максвелла для этой среды. То есть вот есть такое уравнение Максвелла, оно сообщество обычно любит в системе PCC уравнение Максвелла, у нас есть уравнение Максвелла и есть материальное уравнение. Материальное уравнение – это уравнение, которое связывает индукцию электрическую и электрическое поле Е. Да? То есть у нас есть так называемая поляризация, и она является функцией от электрического поля. То есть вот эту зависимость мы находим из каких-то сторонних соображений, рассматривая свойства среды. Обычно это свойство можно на микроскопическом уровне рассматривать. То есть мы считаем, что вот эту зависимость мы знаем, это знаем. Тогда... Но обычно это сильнее. Ну, вот я сейчас скажу. Ну, стандартная процедура, если мы возьмем ротор третьего уравнения, подставим в качестве ротора B, ставим из этого же уравнения четвертое уравнение, то мы получим вот такую комбинацию ротор-ротора и градиент-дивергенции минус лагрансиан. Если у нас среда однородная, что такое однородная среда, где электрический тензор зависит только от терминуса штриха, да, то дивергенция E равняется нулю, и этот член выкидывается. Тогда мы приходим к обычному волновому уравнению. То есть на электрическое поле E справедливо волновое уравнение, и в правой части стоит поляризация. Поляризация. Напоминаю, поляризация она у нас определяется через материальное уравнение, она является функцией от электрического поля. Так в ваших терминах электрический тензор еще не появился, да? Ну, типа, вы написали, что это E, а у вас ничего нет. Нет, вы... я его не написал, но я говорю, что такое однородность среда, напоминаю. Вы не знаете, что такое электрический тензор? Это тензор, который связывает D и E. Ну, грубо говоря, он отличается от, на единичку, на вот этот эпсилон 0, от того, что здесь написано. То есть я вот это все могу переписать как эпсилон альфа бета умножить на е бета. Нет, ну пока что еще не разделились, просто определили. Ну, нет, ну пока это определение, но я говорю, что однородность это вот такое связь. Теперь, что касается P... Наверное, все-таки не так, в смысле, что он сам интеграл, что вас не пишет отдельно. Конечно, идет, но это ядро, это же ядро интегрального оператора. То есть идет интегралы по штрих и по ДТ-штрих. Отклик среды может быть наверное, в принципе. Тогда можно и про функционал P сказать. Что P зависит, P в точке R зависит от E, что от R не по штрих зависит. Ну, окей, хорошо. Следующее предположение. Мы говорим, что отклик среды, то есть зависимость от P, от Е, он моментальный. Что имеется в виду? Имеется в виду, что мы, имеется в виду, что мы можем написать вот такое разложение, где P и все наши электрические поля берутся в один и тот же момент времени. То есть когда мы посчитаем, здесь опять же стоит некий интегральный оператор, который является тензором четвертого, вот это, например, тензор четвертого ранга, чтобы получить вектор, я должен вот эти три вектора свернуть, у меня еще один индекс будет. Вот есть для этого 4. А что я должен предпринимать зажимание времени? Это ваше предположение. Это ваше предположение, которое мы вот могли предположить. Предположение. Насколько даже есть физическая система, насколько она обратно предположение. Ну вот она. Ну, разве это не так запасно, это работает для вас с размером. Нет, это вообще в любой среде, но для некоторых сред это будет хорошее предположение, но в частности для сред, которые оптоволокна используются, ну, грубо говоря, силициум и урбан, там у вас до фемтосекундных времен это предположение вполне неплохое. То есть до того момента, пока
вы не начинаете учитывать взаимодействие электронов, вы переходите на времена, сравнимые с временем вращения электронов по протонам, а это хороший повод. Отсутствие завязывания связано с малой диссипацией, на самом деле, потому что эти вещи всегда связаны. Это вещи что? Электромагнитные волны в вакууме всегда запасы. Никакой диссипации там нет. Поэтому, если у тебя электрическое поле зависит от предыстории, значит какая-то энергия остается здесь. Послушай, электромагнитная волна в вакууме, никакой предыстории, она распространяется с запасами. Никакой диссипации нет. Здесь как раз именно вот такое запаздывание, то есть среда с конкретными зарядами. И оно мало тогда, когда диссипация мала. Это вещи связаны. А то, что есть диссипация, это отдельно. А только эпсилон становится в функции энергии, у тебя тут же возникает запаздывание. В данном случае речь идет о светодиодах, где специально рассматриваются вещи, материалы, в которых нет диссипации хаотических. Иначе не смысл. Эпсилон может иметь мнимую часть. Нет, эпсилон может иметь, в принципе, мнимую часть общего уравнения Шрёдингера. Эпсилон только имеет реальную часть, функциональную где-то. Это мнимая часть будет с проводимостью связана. Это я подчеркиваю, что вот этот хи, он является еще и тензором. Вот этот хи 2 это тензор третьего ранга, хи 3 тензор четвертого ранга, хи 1 тензор второго ранга. Так вы не локальные или локальные функционалы? Они по времени, по времени не локальные. По иксу вот эти, по крайней мере, могут быть не локальные, вот этот, как я буду говорить дальше, будет локальный, то есть просто константный. Ну да, ну то есть в этом смысле эпсилон не очень удачный. Потому что у вас этот функционал, он вот в так, вот, например, хи 2 зависит от хи 2 за штрих, от хи 2 за штрих. Они все зависят от r минус r штрих. А вот этот от r минус r штрих не зависит. Нет, а эти зависят от r минус r штрих и r минус r 2 штрих. Координаты, так сказать. Там у вас три координаты во втором случае, да? Ну, да, да. Ну, ну то есть не r минус r штрих, а там. Ну, окей. От разницы, да, от разницы. Но только от разницы. Однородность. Обычно определение того, что такое однородность. Значит, у нас для материального уравнения есть вот такое разложение. То есть разложение подразумевает, что у нас все-таки нелинейности малы, то есть каждый следующий член меньше предыдущего, если предыдущий вообще не отсутствует. Так вот, оказывается, что вот такого рода члены, они в истинных изотропных средах, они запрещены. То есть, если, грубо говоря, в истинных изотропных средах вы вот этот тензор можете конструировать только из вариантных тензоров. У вас не должно входить эпсилон из ИК. Он не входит, поэтому вот этот тензор хи 2 равен 0. Почетности, да, да, почетности. Вот истинные, да, как я говорю, и истинные. Это не имеется. Поскольку ничего истинного не бывает, так сказать, это еще такая изотропия реальности. Так, хорошо, значит, мы остановились на вот этом уравнении. У нас есть вот это уравнение, мы можем взять его фурьеровать. Вот следующий слайд называется быстрые и медленные компоненты электрического поля Q. Это следующее приближение, которое мы вводим в нашу задачу. Оно говорит, что наше электрическое поле может быть представлено, разделено на быструю компоненту, это вот эта несущая частота с характерными временами порядка фемтосекунды, оптические частоты, и медленные компоненты. Медленные компоненты – это те компоненты, которые будут передавать нашу информацию, там характерные времена – это сотни фемтосекунд или даже пикосекунды. То есть есть разделение временных масштабов. То есть мы представляем наше электрическое поле, пока что в это пространство представляем, вот в таком виде, вводим комплексную Е0, да? Так что это полное электрическое поле, это есть величина плюс комплексно сопряженная. И та же самая процедура для поляризации, для электрополяризации, все то же самое. То есть есть медленная составляющая, есть быстрая наполняющая нашего пакета. Вот. То есть делаем такую подстановку, исходное уравнение, оно у нас переходит вот в уравнение 8. А дальше мы говорим следующее, ну как обычно, что вот это К, атомика, которая здесь возникла, К,
А как мы возьмем? Мы линейную часть поляризации перенесли в левую часть, да? И от нее возник вот один плюс х1. А все нелинейная поляризация, она у нас в правой части пока стоит, мы ее не трогаем. Значит, мы разлагаем k от омега. То есть у нас есть какой-то закон дисперсии, и мы пишем вот это разложение, где, соответственно, автономия связана будет с фазовой скоростью, k1 связан с групповой скоростью, коэффициент k2 связан с дисперсией групповой скоростью и так далее. То есть есть вот такое, мы предполагаем, что у нас есть такое разложение для дисперсионного закона. Где k0 это наша, напоминаю, наша ведущая частота, то есть наполняющая, быстро наполняющая нашу картину. Если мы теперь подставим это выражение сюда и перепишем снова все в координатном пространстве, у нас возникнет просто весь квадрат вот такого оператора. Следующим шагом, которым мы избавляемся от целого ряда слагаемых, является переход в систему, движущуюся с групповой скоростью. Вот у нас есть какая-то групповая скорость, связанная с коэффициентом k1. Вот мы можем сделать замену переменных z' равно z, z' равно t минус z делить на групповую скорость. Делаем такую замену переменных, то есть переходим в систему отсчета, которая движется с нашим пакетом. Если мы это сделаем, то у нас довольно много членов сократится, и в уравнение перейдет следующее уравнение. Дальше к нему давайте будем применять так называемое приближение медленно меняющихся пакетов. Что это за приближение? Что мы подразумеваем? Во-первых, мы приняли вот здесь вот красным буква D, это оператор второй производной по времени и более высоких производных по времени, которые возникают из дисперсионного закона. Вот мы пренебрегаем членами, в которых стоят производные выше второй степени по времени. То есть у нас поле Е0 медленное, напоминаю, это медленный пакет, поэтому вот эти производные, они малы, мы не пренебрегаем. А второй момент этого приближения, это мы говорим, что внутри нашего пакета, вот наш пакет имеет какое-то время. Это время я обозвал T-pulse. Да, T-pulse. У нас внутри пакета входит много наших оптических времен, определяемых несущей частотой единицы на омега-0. Так что вот это отношение, это оптическое, это T-pulse, оно много меньше единицы. И в этом приближении вот эти синие члены, которые здесь стоят, этот, мы их можем упростить, если заметим, что k1 на k0 это порядка единицы на несущей частоты. Тогда вот эти производные, которые здесь возникают, они оказываются пропорциональны отношению оптического времени ко времени импульса. Поэтому мы в нашем приближении медленно меняющихся пакетов можем не пренебречь. Ну и точно так же, поскольку Е0 это медленная функция, то производная, вторая производная много меньше, чем К0 на первой производной. То есть, грубо говоря, длина нашего пакета много больше, чем длина волны. Пространственная длина нашего пакета много больше, чем длина волны, которая проходит. Если мы делаем все эти преобразование, то в конечном счете у нас все вот это вылетает, да, то, что цветами обозначено, и мы приходим к вот такому уравнению. Обратите внимание, что по Z от Лапласяна осталось первое производное, второе производное, третье производное живет. По Z здесь первое производное, а от члена с D, от члена со второй производной, остался только один кусок, вот этот кусок. Все остальные производные по времени более высокого порядка минус вылетели. А следующее наше допущение состоит в скалярном подходе. То есть мы говорим, что наша среда автоволокна, она не является оптически активной. Это значит, что если вы запустили какую-то поляризацию, то вектор поляризации там не поворачивается в среде. То есть никаких явлений типа эффекта Кира там прочих явлений там не возникает. Значит, что здесь такое? Состояние поляризации сохраняется до длины всего оптоволокна. Вот если наша среда изотропная, не зеркальная, изомерная, то есть там нет естественной электрической активности, то это справедливо. Если, известно, что если среда зеркальная, изомерная, то есть, например, состоит из спиралевидных полей, то там есть естественная оптическая активность, плоскость поляризации там поворачивается.
То есть мы работаем в рамках скалярного подхода, то есть можем выделить вектор EX, вектор поляризации первоначальной, а E, оставшуюся функцию, это будет просто скалярная величина. Ну и, наконец, про дисперсию сейчас мы поговорим, про то, каков закон зависимости поляризации от нашего поля. Вот кубический член, его можно представить вот в таком виде. Нелинейный кубический член, который у нас единственный остался, мы представляем вот в таком виде, где эпсилон нелинейная, это есть вот хи с четырьмя иксами, это не четвертая производная по икс, это xxxxовая компонента тензора хи 3. То есть выживает только вот эта компонента тензора, то есть вот этот коэффициент, он пропорционален, оказывается, квадрату нашего электрического поля. Подставляя это все предыдущее уравнение, правую часть, мы приходим к вот этому уравнению, а это не то, что иное, как нелинейное уравнение Шрёдингера. Единственное, что в нелинейном уравнении Шрёдингера, которое я вам первоначально писал, там не было написано зависимости от x и y, то есть от поперечных координат. То есть если у нас задача одномерная, то мы можем эту зависимость просто здесь выпустить. Если задача не одномерная, обычно в оптике так никто не делает, то просто это уравнение разделения переменных еще. Говорят, что вот эта функция есть, произведение функции, зависящее от x и y, на функцию, зависящую только от z' и x'. Значит, давайте. Первая часть, это, грубо говоря, приближение интонатора. Вот вы видели ли быструю гармонию? По сути, да. Где под z, это угол оси. Второй D2 под это дисперсия в частоте, так сказать. А третий это эффект, это нелинейный эффект. Значит, это что такое? Зависимость от эпсилона. Это нелинейная зависимость от нашей интенсивности, да, где было бы квадратик интенсивности. То есть это не зависимость чего? Хи фактически это то же самое, что показатель преломления. То есть мы говорим, что наш показатель преломления зависит от интенсивности. Если бы я все это не выпросто написал бы прямо уравнение Максвелла с электрической проницаемостью, написал бы, что эпсилон равняется эпсилон плюс альфа е квадрат. Да. Вот. Я даже буду вот это и получить. Конечно, вы приближение и каната. Да, я здесь просто то же самое сделал, то подробно с себя естественно. Нет, вот там все плюсовые за квадрат, значит, да? Тут член соответствует. Нет, омега квадрат в уравнении Максвелла был тоже. А? Омега квадрат никуда не делся. Омега квадрат это пока у пространства есть. Я говорю, вот омега квадрат, а он е квадрат. Давайте вот как раз. Я говорю, что красный канал, давайте кратко эпсилон е квадрат. Кратко резюмировать, я еще раз повторю некие общие предположения, которые возникают при выводе нелинейного уравнения Шрёдингера в других системах. То есть вовсе не обязательно вот в доктор Лафле. То есть они там и в плазменной науке возникают, и в других областях. То есть какие важнейшие моменты? Что, во-первых, у нас есть разделение на быстрые и медленные компоненты поля. То есть есть быстрые компоненты, несущие частоту изобретения. Есть медленная компонента. Следующее предположение, то что в нашем законе дисперсии, в обычном законе дисперсии, есть зависимость от квадрата амплитуды. Вот эта зависимость, она лежит тоже в основе нашего поля. Тогда, исходя из волнового характера нашего процесса, мы для данного закона дисперсии можем сразу написать волновое уравнение, соответствующее этому закону. Да? При этом волновом уравнении будет нелинейный член. В качестве омега от КМ мы представляем эту штуку, здесь будет нелинейный член. То есть как бы во всех других случаях, как выводы нелинейного Шрёдингера, например, плазмы, которые каким-то образом греется, и температура плазмы минус зависит от некого среднего значения поля. То есть она не успевает колебаться вместе с полем, а определяется некими средними величинами. Рассуждения будут все те же самые, и они будут базироваться на вот этих. Разделение где? Ну, здесь как делить. А у вас же там линейный член уже вам не позволит так нахально разделить. Вот там пускают. То есть если выбрасываете поперечную ось, то проносится решение. Не, они не рассматривают.
так сказать, зависимость. Просто выкинули их сигнал, где лопасят поперечного, и решение все равно остается. Не, ну это понятно. У них нет членов, которые замешивают продольные с поперечными. Вы просто так сказали, что... Не-не-не, ну, я думаю, что это довольно сложные все процедуры, и формулы здесь довольно большие, в том числе то, как они вот это поперечное уравнение решали, я просто это быстро говорю, поэтому я не могу сказать. Нет, они не разделились, да-да-да, здесь они не пренебрегают зависимости поперечного уравнения. И соответствующее уравнение просто по теории, на поперечных компонентах просто по теории вращения решали. Да какой теории возмущения? Так не бывает. Либо вообще выкинете, либо, так сказать... Нет, там есть... Нет, там для этого уравнения есть еще несколько... Вот, я не хотел бы про это говорить, но на этом уравнении есть, кроме вот этого члена, есть еще куски из Хи-1. Разные куски из Хи-1. И чтобы их как-то учесть, но оно не решается так просто в лоб. То есть они там... Это уже, как говорится, ваша проблема. Ну, не мои. Вот на них теории возмущения делают. Ладно, короче, у нас есть, значит, канал, который описывается нелинейным уравнением Шрёдингера. То есть постановка задачи у нас такая. Есть нелинейное уравнение Шрёдингера, я его здесь вот пишу в омега представлении. То есть нелинейный член, он будет теперь такой сложный, зато второй произвольный. И есть в правой части шум какой-то. У шума есть функция распределения, она согласована с сигнал-статистикой белого шума. Нормированная на единичку. Если я по всем, он плюс одному узлу проинтегрирую по z, вот я опять же, когда пишу этот функциональный интеграл, я беру некую дискретизацию, и по z, по координате z, у меня вот n плюс одна точка. Да? Если я по всем этим точкам проинтегрирую, я получу единицу. Спрашивается, как мне найти функцию pyx. Функция pyx, я напоминаю, она возникала, когда я определял энтропию сигналов, и это был условный функционал распределения. То есть это что такое PYX? Это вероятность получить на выходе конкретный сигнал Y от T, если на входе известен сигнал X от T. То есть такая условная вероятность. Она нормирована на единицу в следующем соотношении. Если у вас вначале был какой-то сигнал x, попроинтегрировав по всем y, всем конечным возможным y, вы должны получить единицу. Такая наработка. Вот спрашивается, как мы из нашего нелинейного уравнения Шрёдингера можем найти этот pyx? Видно, что он играет фундаментальное значение, потому что фундаментальную роль, потому что он входит в определение для условной энтропии, входит в определение для распределения конечного сигнала, и в конечном счете входит в определение для взаимоинформации и емкости, которую мы считаем. Значит, как мы его находим, этот pyx? Вот смотрите, у нас есть распределение шума. Давайте посмотрим какую-то конкретную реализацию этого шума. Тогда мы можем решить такую задачу Каши. Вот у нас есть исходное уравнение, есть конкретная реализация шума, есть начальное значение функции в точке z равняется 0. Тогда мы однозначно сможем найти значение в точке z равно l. Правильно? Давайте теперь сделаем следующее. Мы зафиксируем все значения нашего шума в точке z1 и так далее, zn, а в точке zn плюс 1 не будем фиксировать, то есть будем его менять. Тогда, меняя значение шума в конечной точке по zn плюс 1, у нас будут получаться разные y. Поэтому мы можем написать вот такое соотношение. Вот такое соотношение. Что я здесь сделал? Я здесь проинтегрировал по всем предыдущим точкам моей решетки вплоть до n, а по n плюс 1 точке оставил непроинтегрированную величину. Вот тогда наша условная вероятность будет определяться таким соотношением. Видно, что если я теперь проинтегрирую и по n плюс 1 точке, здесь остается функциональный интеграл, потому что у меня это еще от частоты зависит. То есть я не могу здесь просто дифференцироваться. Если я проинтегрирую еще и по этой переменной, то в силу вот этого соотношения я должен получить единичку, а здесь единичка получается просто в силу нормировки нашей условной вероятности. А теперь мы можем
в качестве этого это подставить из исходного уравнения подставить то, что такое это. Вот сюда уберем и это подставляем. Если я про вас функционирую, да? Ну, в данном случае омега еще. То есть пси это функция, пси и это функция z и омега. Z и омега. Вот я что сделал? Я разбил z на n плюс 1 интервал, а по всем вплоть до n того проинтегрировал, а по n плюс 1 не стал интегрировать. Если я теперь задам это в точке z равна n плюс 1, я однозначно определю y. Вот я буду двигать это в конечной точке и получать разные y. Вот я двигаю вот это и получаю разные y. Поэтому я справедливо вот такое соотношение. А шум у вас какой выходит? Термодинамический? Ну шум у меня обычно делают термодинамический шум. Да, да, но есть же... Вот таким распределяется, с таким шумом, как, не знаю, гелием залили, никакого шума. Есть же еще шум просто связанный с тем, что у вас там эта фигура, я говорю, 100 метров или там километр, у вас дефекты есть. Не, у вас шумы связаны с тем, что у вас неоднородная среда, а дефекты они тоже рассеивают. Нет, этот шум, это, к сожалению, не имеет. Это шум усилитель, на самом деле. Ну, просто помехи, так сказать, искажения связаны с тем, что у вас среда неоднородная. Шибость по сравнению с усилителями. Главное, да, здесь модель такая, что шум размазан по всей длине, но на самом деле, в реальности, у нас фактически в канале не происходит никакого, никаких потерь информации насчет шума. Главное, потери происходят в усилителе. Через каждые там, 100 км стоят усилители, 100 км стоят усилители, а локальные в данной точке. Ну да, но их очень много. У вас 5 тысяч километров канала, у вас вот через каждые там 150 метров стоят усилители, которые вам шумят. Ну, они что, что не размазаны, размазаны равномерно по всей длине. Просто насколько это хорошее приближение, что не размазаны. Раз в 100 километров, у вас, вы там в одном месте там долбанули, он у вас исказился и начал, и потому что среда нелинейная, сигнал стал деформировать. То есть, на самом деле это действительно приближение, причем очень грубое. Ну почему? Потому что у нас есть усилитель, сигнал спадает, 100 километров, но спал уже довольно сильно. Его в усилитель опять задрали, опять ушел и так далее. Да, но потому что понимаете, что это приближение равномерного, так сказать, шума. Я понимаю, прекрасно понимаю. То есть у вас на 10 тысяч километров есть 100 точек. Ну, у нас какой-то равномерный шум. Задание функции поставки шума довольно много. Да, мы все равно там разбиваете. А что вам стоит тогда не гнать от бесконечности, а ставить? Да нет, это просто вопрос на другой. Просто для линейного канала вообще результатов аналитических нет. Вот их нет, в принципе. Людям, которые передают информацию, начитать аналитические, там, цифры, численные или еще какие-то. Суть в том, в этой модели можно, у вас есть кировская линейность, это гамма. То, что у вас происходит такими штуками, эффективную линейность написать можно, и формулу можно написать аккуратно. Казалось бы, если вот в той задаче, как вы, если вы правильно формулируете, я бы сделал так, что у меня не один канал там с размазанным этим самым штуковиной, а у меня 100 каналов. Внутри каждого никакого шума нет. А дальше у меня скачком, вот это у нас Олег Васильевич, любитель вот такого вот скачком, ты там нашумел, поменял локально, значит, а потом дальше опять идет распространяется сигнал. И это будет лучше, чем там. Ну, это правильно. Мы это обсуждаем уже довольно давно. Просто хочется написать. Это оказалось бы надо очень дальше. Ну, это же надо более поставить. Это более поставить. Нет, да нет, ваш не тот, кто более простой, кто более индивидуальный. Да нет, дело не в том, что для линейного канала хоть что-то. Понимаете? Вы уже научились вычислять, когда вы без шума вот этот канал. У вас есть уравнение, огибающее, линейное, вы все знаете. Теперь вот вы на первом входе, значит, послали там какой-то X. Он прошел там 100 километров, потом раз его толкнули, вот там с дельта функции толкнули, а он дальше уже опять пошел и опять деформируется. Вот же это же не линейная среда, там эпсилон от Е квадрат зависит. Он не тоже просто спроектируется, например, в другое место такое же, как и на предыдущем, он уже исказился. Сейчас, я не понял вас. Вот у вас после усилителя, до следующего усилителя, вы однозначно, если вы знаете функцию после усилителя,
что переусилителем будет, вы можете сказать однозначно. Правильно, я это и говорю, да. Да, ну правильно. И тогда казалось бы, вот надо скачками просто там перемножить один раз эту штуку, так сказать. Ну, то есть речь идет о том, что раз уж у вас задача с линейным каналом уже решена, то как бы если бы она не была решена, то это другой вопрос. Да, так мы ее решили, казалось бы. Можно все равно задача остается нелинейной, даже с одним каналом. Вот, даже ну, у вас, потому что после усилителя у вас жуткая нелинейность. Вот не усилитель у вас все равно размер усилителя, я не знаю, там 10 метров или там 1 метр. Правильно. Но у вас после усилителя высыпается уже мощность-то большая. У вас мощность просто, ну как, там если в канале милливатт прет, то после усилителя у вас будет 10 милливатт. Совершенно очевидно, Ваня, что сам процесс прохождения вот хитрого сигнала через усилитель никаким таким умением не описывается. Это безусловно, но после усилителя вы имеете большую нелинейность. И нелинейность спадает не на километре, не на двух, она спадает на 50. Нелинейность большая. То, что у вас ну, хорошо после усилителя, да, она все равно накопилась у вас. Пока у вас она, сигнал был большой, она накопилась. Перед усилителем она там можно считать и линейным. Нельзя считать линейным каналом. Нет, канал все равно не будет линейным. Ну да, но внутри этого канала никакого шума нет. У вас шум только локальный. Правильно. Вот у вас через каждые 100 километров у вас шум. А потом все усреднено, и они, ну я не уверен, что они правильно описывают ситуацию. Нет, ну, она описывает вот в таком приближении. Цель-то была вообще посмотреть с единым каналом. Самое простое это Шредингер. Хоть что-то посмотреть. Второй закон не то, так сказать. Или еще третий. Ну, хорошо, давайте некие завершающие вещи скажу. В том числе, что мы могли еще обсудить про другие модели. Потому что это все-таки некая конкретная модель, мы ее сейчас обсуждаем. Да? То есть я что хочу сказать, что из вот такого подхода мы можем в запаздывающей схеме, то есть когда вот эти котлёны перехода от эндо к пси, вот в этом функциональном интеграле, когда он будет равен единичке, мы можем получить прямо явное выражение для нашей PYX, нашей функционала условной вероятности, и фактически здесь мы получаем двумерную теорию поля. То есть у нас есть некая теория поля с вот таким вот действием, где есть z и n, две координаты. В дальнейшем рассмотрение вот этого функционального интеграла, оно может проходить с помощью метода теории поля, где в качестве аргумента ОС стоит в квадрате. Здесь мы взяли, здесь стоял шум, помогли в квадрате. Мы этот шум взяли из уравнения. То есть здесь вот в качестве аргумента просто стоит уравнение. В действии стоит просто уравнение, помогли в квадрате. Да? То есть у нас возникла вот такая конструкция. И при малых Q мы можем вычислять эту величину вот в таком классическом подходе. То есть говорить, что основной вклад в этот функциональный интеграл набирается вблизи классических траекторий. То есть траектории, которые минимизируют действие. То есть у меня есть некое уравнение, минимизирующее действие, есть граничные условия. Граничные условия — это что такое? Это сигнал на входе и сигнал на выходе. То есть такая граничная задача. Из действия, которое было написано в уравнении, выглядит довольно, ну, довольно громоздко, но это не самый удачный вид записи этого уравнения, я просто хотел продемонстрировать. Ну, это уравнение можно написать. Его можно, в принципе, решать, например, по теории возмущения. То есть по параметру, скажем, нелинейности, его можно решать по теории возмущения. Но в качестве нулевого приближения написан ответ. Это прямо решение краевой задачи для этого уравнения в любом приближении. Кроме того, оказался плодотворный следующий подход. Ну вот мы вычислили, скажем, вот пси классическое, но остается вот функциональный интеграл. Его тоже нужно вычислить. Он уже здесь на краях у вас значение функции фи, оно будет нулевое. Но вот чтобы вычислить функциональный интеграл, оказался таким продуктивным. Оказалось продуктивным следующая идея, что можно приблизить наше классическое решение, функции псиноля. Где псиноль — это что такое? Это решение, обычное решение нелинейного Шредингера с левым гранусловием. То есть у нас левое гранусловие выполнено, а правое гранусловие не выполнено. То есть в точке z равно n у нас функция не равна y. Но зато у нас функция псиноля, она проходит через наше уравнение. И она доставляет
абсолютным минимум нашего действия, равным минимуму. Поэтому мы можем сказать, что вот эта добавка, которая восстанавливает правильные конечные условия, она оказывается маленькая, она оказывается параметрически, она пропорциональна вот этому углу. Пропорциональна уровню из этого округа. Почему? Потому что это выражение, оно будет квадратичное. И вот в таком подходе удалось несколько продвинуться. Теперь заключительный мой слайд — это обзор неких результатов, которые на сегодняшний день были достигнуты. Ну, во-первых, был разработан подход к вычислению пыли Гринфикс, это Ваня Терехов основал. Развита теория возмущения по нелинейности и по нелинейности и в классическом режиме. Это тот режим, про который я говорил в предыдущем слайде. Для случая бета равное нулю удалось продвинуться достаточно далеко, удалось вычислить главное приближение по единице на SNR, где SNR — это, грубо говоря, единица на Q. Вот этот параметр единицы на Q, напоминаю, что это то, что стоит в действии. То есть этот параметр единицы на Q, он большой. То есть в этом приближении удалось вычислить условный функционал, удалось вычислить условные энтропии, и, что замечательно, удалось вычислить оптимальное распределение входного сигнала, которое максимизирует нашу взаимную информацию, то есть которое максимизирует пропускную способность канала. То есть мы для бездиспрессионного случая можем сказать, каким распределением мы должны посылать сигналы на входе, чтобы получить максимальную пропускную способность. Вот это было сделано для бездиспрессионного канала. Кроме того, было показано, что емкость там, промежуточной области, она зависит с ростом SNR, она дважды логарифмически растет, хотя до этого люди предполагали, что она на константе. Не дважды логарифмически, логарифм к логарифму. Просто есть разница. Логарифмическая логарифм к логарифму, я договорился. Для канала с дисперсией были получены вот в том подходе, когда в предыдущем слайде я описывал предварительные результаты для большого отношения дисперсионной длины к линейной длине. Ну и найдена поправка к длине информации при малых гамма и больших СНР гигабайтах. На этом я сегодня заканчиваю. Спасибо за внимание. Вопросы закончились? Или не закончились? Все. Спасибо.